Главное, что, пацаны, не держитесь рядом. Если вас взрывом убьет, то это будет считаться за вашу смерть. Куда его? На! Йо! Я! А я! Димас, ты! Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Форум, Гусенек, Заварной Кофе, Профит, Маквейт, Пингвинус, Угабуга, пацаны, скажите классные слова. Привет! Привет! Всем здорово! Всем привет! Как жизнь молода? Я люблю мясо. Однако всем здравствуйте! Ребятушки, у нас сегодня очень классный ролик, потому что мы будем записывать «Попробуй не наехать на мину». Пацаны будут пытаться меня взорвать минами, а я должен их сбить на машине. Сейчас вам все покажу. Вот киньте под машину кто-то мину. Смотрите, когда я наезжаю на мину, машина сразу взрывается. Поэтому будет очень сложно мне кого-то сбить. Если опять укушите, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, ну что, пацаны, надеюсь, вы сейчас будете жестко выживать. И кого первого собью, тот будет самый неумеха в этом ролике. Так, кого же нам выследить? Вот я вижу. Ох, ты видели? Мина отпружинила. Не отпружинила, я ее сбил. А то что, можно было? Смотрите. Да ладно, уклонился. Так, сейчас я разгончик буду брать. Смотрите, они как мне хотят все сразу, чтобы я на мину наехал. Вот, смотрите, первый ушел. Есть! Так ты первей умер. Ну, смотрите, Угабуга умер от взрыва. От взрыва. Ну все, умер. Погнали. Теперь я беру мины. А что вы хотели? Вы будете умирать просто так? И нет, это не будет засчитываться. У нас все засчитывается. Так, теперь я буду очень осторожно играть. На. Форум, иди ко мне наверх. Так, надо мины себе повыдавать. А, я знаю, что он стал мины себе выдавал. Так, давайте все наверх запрыгивайте, чтобы было ему сложно. И будем ему бомбу отсюда сбрасывать. Дим, такое бомба? Чувство, как будто не мы от него убегаем, а он от нас. Ну да, вот да, да. Именно. Кстати, сбить вообще легко. Видите, инерция есть. Все. Бибэк. Профит, ну что, давай, теперь ты. А я могу чужие мины брать или нет? Ой-ой. Только свои. Ой. Можешь. Я красавчик. На Е зажимай. Да. Ага, я вижу, он ее как деактивирует, что ли? Да, такой звук, смотрите. Да. Ой, круто. Так, мне уже 12 машины. Мин. На. Ой, сейчас наедет. Нет, не наедет. Ой-ой-ой, заварной кофе, ну, Сиджей, ну что ты так плохо играешь, как я? Так он, мы за ним гоняемся, видимо. А-а-а. О, ты не убегаешь. Кидай ему мину. Давай. Ну, а кого он убил? Никого. А, никого не убил. Его Маквейт убил. Красавчик. Заварной кофе, надеюсь, ты в этом ролике все-таки не сможешь никого сбить. И будем целый ролик с тебя угорать. Так, я беру еще раз. Давай, мы в тебя верим. Вы видели, как я подпрыгнул? Четко. Кого он первого сбил? Профита. Первый сдох Профита. Ну все, Профит, давай. Все, давай домой. Ну сразу сейчас видите, у нас лучшие игроки. В конце ролика нажмем таб и посмотрим, у кого больше всех смертей. Будет на последнем месте. А у кого меньше смертей, тот будет лучшим игроком этого ролика. Полетел. Смотрите, как он ездит. Красавчик. Молодцы, пацаны, вот это веселье, мне нравится. Давайте, мочите его. Туда этого ботика. Так, а где он вообще? Вот он, он убегает. Он Рик. А, так нет, там если потихоньку проезжать, машина не взрывается. Реально. Да не бойся, все хорошо. Видишь, вырулил. Давайте еще тут накидаем, чтобы он вообще не проехал. Оба, смотри, как танцуют. Ой-ой-ой, красиво. Вот до этого момента. Это было прикольно. Так, я еще себе минки повыдаю. Отличненько. Почему это так угарно? Красиво, давай. Так, потому что прикольно издеваться над пацанами. Сейчас он врежется, опять ему мин набросает. Главное, что, пацаны, не держитесь рядом. Если вас взрывом убьет, то это будет считаться за вашу смерть. Куда его? На. Йо! А я... Димас, ты. Да я же сказал, что не надо возле взрыва держаться, и сам это сделал. Да я пытался, я вам серьезно говорю. Да. Так, я сейчас, ребята, возьму очень быструю машину. Ой. Мою машину. Дедовская какая-то. Какая-то дедовская, ты чё, это тачка бомба-яд. Сейчас я, ребята, буду набирать скорость и буду инерцией кого-то сбивать, смотрите. Всё, стоим на месте и ждем его. Смотрите, вот я вижу жертву. А как вы перепрыгнули? Вы чё? Вышел. Читер.
Я, да. Смотрите, смотрите, вот-вот-вот-вот. Есть! Смотрите, при этом я не взорвался. Не-не-не, все, Маквейд слился. Так, берем опять себе побольше мин. Минус, ты тоже выживаешь? Дима, на тебе еще один. Спасибо, да. Спасибо тебе. Есть, убил! Ой. А, убился. Нехорошая была у тебя идея самоликвидироваться, молодец. Пока меня себя самое красиво убил, я сбил человека, при этом не взорвался. Вау. О, на голову мы, давайте на крышу. А, на крыше Нина. Да ладно, красавчик, гусанек, молодец. Чтобы вы понимали, я ему просто на бош кидаю мину и убиваю его. Да, ой-ой-ой, я чуть не умер. Заварной кофе. Все, заварной кофе, слился, а что хотел ты? Сам себе. Так, пока месть у нас больше всех смертей у гусанька. Так, в смысле? Ну, как на машину накинули? Наоборот, вторая это. А, да, это я проверил, видишь, тоже заметил. Ой, это 8 убийств и 2 смерти получается, да? Да. Так, у Покамесь больше всех профит умер. Профит, ты последнее место Покамесь что занимаешь? Летит, летит, летит! Ой-ой-ой, заварной кофе очередной раз подслился, молодец. Ну прям под ноги. Да не кидайте нам. А ну а что делать? Надо тогда лучше есть. Не подходите близко, сейчас взорвется. И вообще не знаю, что она взрывается, когда она мина на крыше лежит. Это очень странно. А нормально? А можно к нему сесть? Ой-ой-ой. Ой, наехал на мину, не взорвала. Что за бред? Закидали, смотрите, он пока стоит, уже закидали. Заминировали его вокруг полностью. Все, не выйди, смотрите, сейчас взорвется. Сейчас взорвется, смотрите, смотрите. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я вообще не двигаюсь. Все, а кто, заварной кофе умер? Гусанёк умер. Гусанёк, ну давай, теперь ты. Да, короче, я понял, что от взрывов надо держаться подальше. Я не хочу в этом ролике занять последнее место. Давай, давай. Я сейчас вам покажу мощь. Давай, покажи, посмотрим. Давай, полетел, полетел, смотрите, какой псих. Вообще псих. Надо спрыгивать. Давайте. Ой-ой-ой, на дыба встает аж. Сейчас взорвется, осторожно. На покушай. Ух ты! Вот это он дрифтуна дал, неплохо. За одним ходом, ну! Не, не смог, не смог. Я выжил. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа. На. Кидайте, кидайте, кидайте ему виды. Ах ты, зараза. Залезьте к нему на крышу и кидайте ему. Это ты умрешь там, скорее всего. Краса, жоп. Красиво дрифтуешь. Красавчик, ну что-то не получается. Сразу так мины летят в разные стороны, так объезжает нормально их. Забрасывайте тут. О, надо, знаете, встать и перед собой мину просто положить, и все. Все, я вот так 3 мины положил перед собой. Сейчас, если он будет ехать, он взорвется. Знаешь, Дим, сеть, а если он тебя видит? Ой, красиво! Опять профит. Профит, ну. Уже 9-я смерть. Так, пока Миша у нас, я так понимаю, что да, профит последнее место занимает. У кого-то, смотрите, у Форума 0 смертей, и у Пингвинуса. Вы что, сговорились там, что ли? Нет, мы нормально такие. Вы молодцы, всё. Пацаны, будете первое место занять. А что ты, нельзя удалять, так некрасиво. Так, нет, он убил. Я убил. Он убил. А, так быстро, даже не успел. Вот этот именно красавчик. Ты проморгал, Дима. Да я что-то проморгаю медленно. Кстати, надо вот там проход заминировать. Сейчас упадет, смотрите, давайте мину ему бросайте. Ай-яй-яй, ну чего ты? Я с той стороны обхожу. А все, не удаляй лишний раз, ты должен взорваться. Забросай. На тебе за это. Забросайте тут проход кто-нибудь. Реально, зачем? А по одной мине положите и все, не надо. Там даже парочку мин можно бросить. Я вообще хочу первое место занять. У меня сколько смертей? Уже не займешь. У меня 3 смертей. А что не займу? Может тех чуваков поубивать просто? Эти мины не будут взрываться. Зря кидаешь заварной кофе, только с рук. Ой-ой-ой. Гусанёк красиво заминировал. Чё, мины дистанционные какие-то? Я успею, я успею. Ой-ой-ой, вот это красиво. Я подлетел. Да как, я же, блин, было в воду прыгать. Ну в воду мы договорились, что прыгать нельзя. Ну все, я понял. Так, кстати, вот такую возьмём. Кто у нас слился? Дима. Дима. Ой, красиво, красиво. Дым такой черный идет, никогда не обращал внимания от этой машины. Вот Вилс машинка. И все, Дима. Ой-ой-ой-ой-ой, машина, не мочи. Будешь сдаваться? Колобок. Ты как GTA, только на нас снижает. Так это и GTA.
Я его просто сбил, он даже ничего не успел, я так все удаляю. Короче, ребятушки, я очень быстро всех сбиваю, это нереально легко. Летит, летит, летит. Опа, коса, жопа. Да мина, смотрите, она едет. Высоняк, молодец. Очень хорошо минируешь. Красавчик. Сколько у тебя мин этих, Саня? А по 3 штуки, он просто их в правильном месте кидает. На. Ой, сбил мину. Видели, как я прям в капот его киданул ее? Ты чё, читер? Удаляем. Летит, летит, летит. Да я... На тебе. Да я... Да ну, это горизмот залагал. Я глючил управление. Тима, оправдывайся. Так глючит управление, я видел. Ну, не видел. Тима, ты нубик. Взял пердушку старую. Ой, дедовскую. А, мины, мины, это как это так, мины не взрывать? На тебе. А я сам, вот. Вот, вот. И все. Ну, в смысле, я ж кинул его прям под ноги. Но он сбивает. Красиво, красиво. Он в футбол играет. На, сразу троих. Нет, ребята, пингвин. Я это и добивался. Ну, так как первый пингвин, значит, пингвинус будет. Нет. Знаете, для чего это сделать? Чтобы у тех, у кого нету смертей, у них добавить немножечко. Все было продумано, вы что думаете? Никто не будет с нулем, у каждого будет смерть, у нет, каждого. У меня все еще ноль. А где он поехал? Дим, у меня вижу, все еще ноль. Ой-ой-ой, убил, убил. Профита. Профит, давай. Профиривай. Ого, тут колесо валяет. Пацаны, не надо колесо никому? Надо. Нет. Я возьму тяжелую. Давай, давай. О, кстати, вот эта такая машина очень легко мины проезжает, когда между колесами. До этого момента было все нормально. Кстати, он прям колесом наехал, только из-за этого. Хоп, стой, ты убил Угабугу. А, Угабуга умер? Куда ты едешь? А, ну тогда все. Ну все, он колеса. Удалил. Угабуга полетел. Все, он сейчас взорвется, а нет. На, убил. А, не, Маквейт его убил. Угабуга, давай, мы в тебя верим, на крышу. Сейчас взорвется по любасу, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой, Гусеняк, молодец, четко. О, она медленная машина, на это сложно будет. Легко. А не, она, кстати, нормальный лупаши так, лупит хорошо. Ой-ой-ой, еще бы чуть-чуть бы избил. Будьте внимательны, если он едет на мину, он взрывом убьет. У Угабуги уже 15 смертей. А я ты уже что, мины разлетаются? Видишь? Это он взял такую старушку медленную вообще. Ну, че, Гусеняк, не получи, получается умереть? Дай, о, профит. Я хочу умереть. Профит, убей меня. Тихо ты. Нет, так не получится. А ты скинь машину, на машину мину и стань возле нее. Да что с такое, Гусеняк, не везет тебе сегодня. Все есть. Саня, сбей меня. Я хочу а что ты, Гусанёк, решил так поиграть? Саня, меня сбей. Прощай, Гусанёк. А не, смотрите, он мину скинул. Можно разогнаться и резко остановиться, она падает. Видели? Гаси меня, давай, бей. Ой-ой-ой, сколько. А чё она не едет у тебя? Читер. Фу, ты кинь. Гаси меня. Осторожно, осторожно, осторожно. Ой-ой-ой-ой-ой, красиво. Да, блин, ты. Вы мочите, мы должны выживать, а не поддаваться. Вы чего? Да подожди. Мне просто это интересно сбивать. Но... А, вы сравняли. Первое место форума Пингвинус, а худшее место это Угабуга. Если понравилась эта серия и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.